Все. И вот эти зрения наши, их нужно периодически, ну как дворники на стекле, прочищать это зрение. Потому что попадая в этот мир, брызги летят иногда такие, что перестаешь видеть Кришну в этом мире. Смотришь на рекламу и думаешь, так, продается то-то, такой-то телефон. И все, уже смотришь на рекламу, как на нечто, что-то важное в своей жизни, хотя ты уже видел эту рекламу, все равно читаешь. Бывает же, да? Ну, ты видел эту рекламу уже 100 раз, все равно прочитываешь все до конца. Зачем? Привычка. Потому что есть материальное зрение. Оно еще остается. Катаракт еще есть на глазах. Она влетает и зашлаковывает наши нади и каналы здесь. Здесь две чакры у нас. И они зашлаковываются вот этими эмоциями, токсинами эмоциональными, которые мы испытываем во время чтения или видения какой-то материальной ситуации. Вот машина едет, вот светофор, вот там. И все вот это материальное мышление, оно зашлаковывает наше зрение, и нам опять ничего не видно, плохо видно. Это дворники не работают. Дворники не могут счищать так быстро такую грязь, которая влетает сюда, если мы не стабильны в жизни. Духовно, если наша садана слабая, если мы книги Шрилы Прабхупады не читаем, если мы нормальный, качественный просад не едим, если мы не получаем хорошее общение с вайшнавами, с садху, то эта грязь, которая влетает от материального мира, она настолько интенсивно зашлаковывает наше зрение, поэтому преданный каждый день он заряжает свои батареи, он вливает эту жидкость моющую, которая отмывать сразу будет. Вы только посмотрели на рекламу, нету. Все, не надо на нее смотреть. Там ничего интересного. Посмотрели еще куда-то, не надо. А куда мы смотрим? Туда, вовнутрь. Мы смотрим вовнутрь. Наше зрение теперь развернулось. Мы туда смотрим. Что там? Кришна. Мы только о нем думаем, только повторяем святое имя. Мы знаем, это тело само действует без нас. Им управляют гуны этим телом. Это как робот такой. Оно само будет все делать, не надо думать, как там переварить пищу. Мы же не думаем, как переварить пищу, правильно же? Вот и переваривается. Также здесь зачем думать что-то, что сейчас вот, все уже само собой произойдет. Только нужна йога, связь с Кришной. Тогда этот процесс будет, ну, интересный. Но когда этой йоги нету, мы думаем, мы действуем. Нам надо вот смотреть, читать, там это все делать. Вот поэтому нужно попасть под зрение садху, чистого преданного, духовного учителя. Слушать духовного учителя в сердце, потому что это он сам. Его наставление – это он сам. И так преданный может защищаться. Это очень хорошие дворники. Наблюдает за духовным учителем. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Валдес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валдес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гита около 7 тысяч уже люди выкупили за 1,5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны и давайте распространять книги вместе.